Если вы посмотрите на мое расписание, там есть очень странные блоки. Значит, у них есть обстоятельства. Ну, то есть я понимаю, что у меня вне есть разные продуктивности. Да? Я понимаю, что если, например, я работаю над текстом, там, условно говоря, от там, 3 до 10 страниц, это один формат работы, функционирования. Если мне надо написать книгу, это другой формат функционирования. То, что я могу писать, не могу писать книгу по странице. Мне нужно кучу времени, я должен его выделить. И как бы, ну, кучу, это что? Это последняя книга. 14 дней. Вот поэтому куча, но для меня 14 дней это очень много. Вот. И в дне тоже как распределены вещи. То есть на самом деле нужно просто понимать, что есть как бы, ну, там условно говоря, я могу, например, вставать рано утром и работать это в первой половине дня. Значит, для того, чтобы меня не дергали, потому что начинаю дергать с 11. Вот. А до 11 у меня есть этот. И, соответственно, но это не может быть длинноформатной историей, потому что меня выбьют из колеи в 11, и дальше я только когда засну, проснусь, и дальше буду, я должен успеть что-то сделать именно в этих часовых и придумать проекты, которые потребуют у меня именно такие слоты времени там и так далее.